Thank you.
Вот ты где. Куда ты пропал? Я помню только, что в лифте погас свет, а потом я очнулась на верхнем этаже, а тебя нет. Вертолет близко, вы должны видеть его. О, боже! Твою! Хватит! Я не могу ждать! Папа в опасности! С вашим отцом все будет в порядке, вот мы сами в опасности. Простите? Бисквит! Чертова глупо, чем она думает? Перехвати ее, пока она не наделала. Пожаловать в компанию Arma Hemp Technology. Посетители допускаются только в сопровождении персонала. Если у вас есть другие идеи, с удовольствием их выслушаю.
машине. Не мешайте мне работать. Сообщений больше нет. Скорее всего, это максимально.
принять ответственность за инцидент в штаб-квартире Армахема. Несколько минут назад мы слышали звуки стрельбы, за которыми последовал ряд взрывов. Сведений от пострадавших по-прежнему нет. Перекличка! Есть!
одном из писем говорится о некоем субъекте, принудительно введенном в состояние комы. Пишем, убили именно потому, что он это знал и мог рассказать другим. Сдается мне, тут не просто сомнительный эксперимент. Тут что-то гораздо более грязное.
Координаты, которые Элис нашла в отцовском ноутбуке, соответствуют заводу Реммельмайер, Роберт. И что? А, вот что. Под этим заводом имеются обширные подземные сооружения еще с войны. В 50-х годах Армахем выкупил их и тут же закрыл. Судя по всему, компанию интересовали именно подземелья. И, по-моему, все это имеет какое-то отношение к источнику. Пилоту крышка. Да и Джин здорово досталось. А ты как? Жить буду. А вот кататься на коньках не скоро. Ладно, тогда оставайся с Джин и жди спасателя. Может, не стоит отправлять его одного? Там же полно этих гадов. Выбора нет. Фэттл может быть где угодно. А Элис там одна. Пока подкрепление доберется, ее 10 раз убью. До завода еще несколько километров. Тебе придется идти пешком. В вашем секторе замечена повышенная активность противника. Ждите неприятностей. Я слышал, ты крут. Надеюсь, это правда. Это нормально. А вот за тебя я беспокоюсь. Я в норме. Только двигаться больно. Может, тебе сделать искусственное дыхание? Не смеши меня. Серьезно? Тем хуже для тебя. Легкого массажа? Не стоит. Да ладно, шучу. На самом деле, мне как-то боязно к тебе приставать. Ты из Кореи? Родилась и выросла в Штатах. Но родители... Да, из Сеула. Ты там была? В детстве ездила каждый год. Потом времени не было. Я люблю кимчи. А я пиццу. Пицца тоже вещь. Ты еще здесь?